Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Давайте смотреть новинки вместе. Вот сразу вижу бокал. Ценник не успели повесить. Этот и вот этот бокал для коньяка 395 миллилитров. $55. Значит, и этот, наверное, все-таки. Как так, что ли, берут? Этот тоже, наверное, 55. Эти бокальчики мне нравятся. Термокружка. 450 миллилитров. Двойная стенка. Сохраняет тепло до 4 часов. В зависимости от температуры окружающей среды. За 199. В двух цветах. Банки. Две штуки. 1,1 литр. За 199. Вау, смотрите, какие банки. Шикардосные. Очень красивая банка. Для всяких вкусняшек. Силиконовая крышка, очень мягенькая, очень плотненько закрывается. Из натрия кальция силикатного стекла изготовлена. Изготовлена в России по лицензии такой-то и Турции. Вот такие баночки мне очень нравятся. А это форма для выпечки. С ручками. На 6 порций. Изготовлено из силикона и стали. Здесь в каркасе проходит металлический стержень. Тем самым очень даже удобно. Ничего нигде не убежит, не прогнется. Хорошая форма, просто отличная. Лопатка кулинарная, 25 сантиметров. Смотрите, целая яркая поляна. Такие красивые. Кухонный нож для хлеба, 31 сантиметр. А длина лезвия 19,5 сантиметров. За 77 рублей. Тряпочки яркие, серенькие. Вот этот мятный красивый цвет за 55. Бумага туалетная Зева. 8 рулонов, 3 слоя. Арома спа. Вот сейчас такую я себе возьму. Легко открыть. Значит, 8 рулонов, я уже сказала, по-моему. Отлично. Вот такой сейчас я себе возьму. Блендомет новинка за 99. Антистресс, свежесть, 25% бесплатно. И за 77. Там было 125, по-моему, миллилитров, а здесь 100 миллилитров. За 77. Комплекс с ополаскивателем. Надо же. Фикс прайс нас балует. Смотрите, какие опять шампуни для волос. Пробуждает волосяные луковицы. Стимулирует рост волос для всех типов. Горчичный с маслом зародышей пшеницы и медом. Такой 100% натуральный. Без парабенов. Глубокое питание и восстановление для окрашенных волос на основе мыльных орехов, желтковый, с маслом облепихи и молочными протеинами. Еще тотальное восстановление для сухих, тусклых,
поврежденных волос, репейный с кедровым маслом и восстанавливающим комплексом. Ну пишут прям, не захочешь — купишь. Продолжаем. Интенсивное увлажнение и объем для сухих и тонких волос, крапивный с мятой и ромашкой. Народные рецепты. 270 миллилитров, 55 рублей. Опять пришло к нам вот такое мыло, народные рецепты. Хочу сказать вам, я не знаю, кто брал, девчонки или мальчишки. Мне оно совершенно не понравилось. Само мыло очень хорошее. Оно там, по-моему, даже с кремом должно быть. Это увлажняющее. У меня вот синенькое. Да, мыло, крем-мыло. Но оно вот здесь застревает, немножко подсыхает, что ли. В общем, сюда не идет. Проковыряешь немножко — идет. Потом опять не идет. Я измучилась уже, я и воды туда добавила. Но это же не дело, то и дело чистить. Мне оно не понравилось. Само мыло хорошее, но неудобное. 320 миллилитров, 55 рублей. А вот это масло кокосовое. Все хвалят. Покрываешь кончики волос, сеченые волосы. Подержать еще потом 20-30 минут. Потом смыть шампунем. И если несколько раз сделать, как здесь написано. И оно очень-очень хорошо действует. 200 миллилитров, 99 рублей. Опять новые удобрения. Защита от болезней. Для борьбы с болезнями растений 1 миллилитр. Смотрите, здесь и груши, и яблочки, и розы, и смородина. А это у нас что? Для защиты растений от болезней тоже. Триходерма вериде. А здесь уже овощные культуры. Капуста, помидоры, огурцы, баклажаны, цветочки. Максим. Защита цветов и картофеля. Так, я забыла предыдущую. Сейчас поверну тоже. Вот эту сейчас поверну тоже, если надо прочесть. И последнее. Фитолавин. Для борьбы с болезнями растений против всех видов гнилей. От гнилей. 4 миллилитра. Так, и смотрим. Стоимость таких удобрений 12,70. Появилось очень много семян цветов. Очень много различных. А затем овощи. Семена овощей в ассортименте стоят 7,20, а газон цветущий в ассортименте, который не всходит, 51 рубль. Ой, какие красивые. Снежный ковер. Вот тоже красивый. Настурия. Настурция. Настурция. И давайте, наверное, напоследочек. Смотрите, привезли и корницу. 51 рубль. С ушками. Сейчас я достану и покажу. Смотрите, какая. Ой-ой-ой, как бы не уронить. Почему я ее показала здесь, в конце? Потому что она стоит, где Гню Валентина товар. Состав — стекло. Вот такая интересная. Это сколько икры туда надо? Какую баночку, да? Сюда можно и мед накладывать, мне кажется.
Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!